халтурите? Нам ИК-8 нужно. Сколько? Вас бесплатно отвезу. Почему? Ну, святой отец, потому что вижу. Спасибо. Ну, может, вас четверо? Трое. Трое. Поехали. Мне кажется, мы вот эти виды будем видеть постоянно, да? Да. Вы тут 30 лет живете? Да. То есть за 30 лет ничего не изменилось, только, наверное, еще все больше упадок пришло? Ну, в этом районе, да. Это промышленный район? Ну, как бы, или да. Или старая слободка? Промышленный, ну, да, базы раньше были. Как бы районы, да, умирают, потихоньку переселяют в город, как бы. А здесь все как бы вот так вот. Адыка, вы можете рассказать, какая цель вашей поездки? Цель поездки – увидеть Олега, исповедать его, причастить, помолиться, помочь ему духовно, выдержать то испытание и тот крест, который он на себя сейчас положил. Если удастся встретиться, слава Богу. Если удастся переговорить, слава Богу. Ну, будем молиться, будем просить Бога, чтобы Господь нам помог и открыл эти двери, которые открыть практически невозможно. Меня не знаю. Подъезжаем? Да, наше прекрасное место. Господи, страшное место. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа Бога, благословите благодать у человека, любим завтра, ныне, по сочасному, видите, видите, ангелы, хранители. Спасибо, Господи. Слава Божьему. Во славу Божьему. Помолитесь за раба Божьего Олега. Хорошо. Пункта 4 там закона УИКа, статьи вот этой 14, там Климин должен был предоставить определенные документы, связанные с регистрацией на территории Российской, на территории России на религиозного образования. Потому что остальные религиозные деятели, если они не зарегистрированы на территории России, они, так скажем, могут быть недопущены. Это, скорее всего, колония уже узнала через Москву о том, что необходимо предоставлять такие документы, потому что, ну, остальные священники, которые работают при колониях, они никогда ничего не предоставляют. Я вообще об этих документах никогда не слышал. Я, конечно, убит был сегодня, потому что все решено, все сделано. В принципе, поддержка есть, понимание ситуации есть. Закон на нашей стороне. Закон гарантирует мне, как священнослужителю, быть и встречаться с ним. И мы, имея такую возможность, не можем ее легализировать. Уполномоченная Денисова приехать не может. Карпачева до этого тоже не могла приехать. Геращенко с Верховной Рады не может приехать, потому что, видите ли, их сюда не пускают, и они не знают, как вопрос решать. А церковь может? Но у нее нет возможности, потому что возникает юридическая коллизия. Абсурд, безумие. Я это понять не могу. Поэтому по возвращению в Украину, я думаю, что там будет совсем другой разговор. Уже и с нашим правительством. Они не знают, как приехать. У них нету связи. Они не знают, кому звонить. Депутаты то же самое. По Страсбургам ездить и пиариться этими темами они могут. А в Россию они приехать не могут. Они боятся.
Поэтому, ну, я говорю, я не все могу сказать, потому что завтра меня в Украине обвинят, что я агент ФСБ, которому ФСБ разрешило приехать, а теперь я должен... Да я не агент ФСБ, я православный архиерей, который борюсь за души православных христиан, которые находятся в экстремальных условиях, и исполняю свой обязанность. Так как я могу его исполнять. Ой, вам спасибо большое, Владыка. Большое спасибо, дай Бог здоровья за поддержку. Да, да, да. Вот. Ну, первый этап сделали. Раньше ты не сделали? Почему раньше мы это не сделали? Потому что раньше от нас не требовали этих документов. И раньше речь не шла о том, чтобы я должен был кому-то подтверждать свою религиозную принадлежность, веру, свой сан. Я весь час должен подтвердить Богу. Мне не надо подтверждать, что я письменно, с бумажкой и печатью, что я есть архиепископ. Перед Богом я подтверждаю, что я архиепископ своими делами. Или грешу, или не грешу. Если я не грешу, или пытаюсь не грешить, ну, значит, соответствуешь своему сану. А если начинаешь грешить, значит, не соответствуешь. Это перед Богом. А вот к братьям из... Московского патриархата я постоянно должен подтверждать свою принадлежность бумажкой с печатью. Только я не знаю, какое отношение. Здесь уже по-другому нереально. Ну, по-другому нереально, поэтому.